Всем-всем-всем-всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи и конфеты или жизнь. Да, ребята, мы играем сегодня в симулятор Хэллоуина. Я эту игру должен был записать еще пару дней назад, но были обновления в питомцах, еще в каких играх, поэтому чуть-чуть не было времени на эту игру. Сегодня мы играем, будем вводить кодики и развиваться, и смотреть, что здесь есть интересненького. Я уже немного здесь прокачался. У меня есть костюм такой вот муми, и код один уже я ввел. Первый код у нас в этой игре был релиз. Заходим в коды, и вот такой вот кодик релиз. Он дает нам крутую эпическую шляпу, с которой я получил вот такую домино-корону. Она дает нам плюс 50 печенья к каждому сбору и умножает продажу на 30% получается, да, на 1,3, на 30%. Одеваем эту корону, но для вас у меня есть еще некоторые коды, довольно-таки крутые, причем очень крутые, ребята. Итак, следующий код у нас Map Update, дает нам еще одну такую же коробочку. Смотрите, вот такой кодик Map Update. Вводим и получаем еще одну коробку. По идее, где-то коробочка. Да, эпическая коробочка. Сколько стоит такая коробочка? Ну-ка, сейчас мы с вами посмотрим. 200 тысяч. То есть мы уже за два кода получили 400 тысяч денег в этой игре. 400 тысяч. Это вам не цацки-пецки. Но, ребята, это еще не все. У меня есть еще кодик для вас. Вот это вот реально жесткий кодик. Называется 500k визитс. Он даст нам 50, ребята, 50 тысяч сразу денег в этой игре. Именно наличкой, уже не в коробках, а именно наличкой. Вот такой вот код 500k визитс дает нам 50 тысяч просто на развитие с нуля. Очень круто, но мы сначала с вами откроем коробочку, посмотрим, что нам попадет с этой коробочки. И давай, что-то прям хорошее, красненькое, что-то прям эпическое. Да ладно, а это какой у нас? А какой это грейд? Легендарная. Да ладно, легендарная выпала, прикиньте. Обалдеть. Ну, если надеваю 150 печенья каждому сбору и продажа на 1,5. Вот это круто. Так, кстати, у меня еще есть какая-то здесь вот штучка. Ну, давайте корону вот эту оденем. Третья, мы можем надевать три вещи. Вот это жестко. Так, да, вот такая штука мне выпала, как за 100 робоксов. Это довольно-таки прям эпично. И мы с вами ввели код на 50 тысяч. Это, грубо говоря, почти 500 робоксов. Ну, на халяву, я думаю, неплохо. Есть у нас диаманты, конечно, здесь, алмазики. Но за алмазики здесь покупаются питомцы. Видите, вот всякие вот такие вот штуки. Либо костюмы. Они стоят очень-очень дорого. Коробки стоят вот такие тоже за кристаллы. 5000 кристаллов, это просто нереально. Здесь, конечно, есть еще за 100 тысяч кристаллов, но мы сюда пока не лезем, нам это не грозит. Это мы получаем, по идее, за реберст эти кристаллы. Пока до реберстов нам еще, о-хо-хо-хо-хо-хо, что нужно для реберста. Так, видите, получаем 20 алмазов и x2 продажу конфет. Нужно набрать 10 миллионов золота. У нас с вами 50 тысяч. Ну, давайте мы, знаете, что сделаем? Мы с вами апгрейдим ведро. У меня уже есть 4-й апгрейд из 35 возможных. Так, сейчас мы тратим 3500. Теперь у меня 5200, рюкзак на 600 мест у меня всего лишь, как-то маловато. Давайте мы еще один апгрейд сделаем на 750. Ну, давайте вот так, 8-й апгрейд мы сделали, у нас теперь 1000 вместимости, и мы, наверное, с вами прикупим какой-то костюмчик. У меня есть костюмчик уже мумии, вот такой у меня есть, ребята, у меня есть костюмчик уже, я покупал вот такого рок-н-ролла. И значит, мы с вами сегодня прикупим. О, смотри, какой костюм. А сколько у меня денег вообще? Сколько у меня денежек? 20 тысяч. 20 тысяч. Так, на 20 тысяч мы с вами можем что-то прям интересное. А, питомцы. Питомцы. А, я их почему-то не видел. Слушайте, питомцы. 20 тысяч. Давайте мы питомца возьмем за десяточку. Какого-то вот акульего кота какого-то. И какой-то костюмчик новенький. Прям такой вкусненький костюмчик. За десяточку, по 10 тысяч, костюмчики и кота. Так, давайте 1700, вот такой вот, я вот такой хочу, ребята. Такой вот, не, я вот такой хочу, ребята, я буду прям жестким скелетоном каким-то. Во, и корона подходит. Так, и теперь питомца можно купить с вами за десяточку вот такого кота с продажей. Здесь продать, где он, где там? А, он за мной бегает, смотрите, такой акуленок. Блин, прикольный костюмчик, смотрите, какой жесткий. Ну все, ребята, держитесь, конфеты или жизнь сейчас буду требовать у этих ребят, которые здесь у нас в домах. В общем, в этой игре мы ходим по домам и требуем конфеты или жизнь. Подходим, и нам насыпают 373 конфеты просто за раз, с одного домика 373. Подходим, конфеты или жизнь, отдавай мне, еще дал денег. Хорошо, идем в следующий домик, и конфеты или жизнь. Лучше дать конфеты. Так, можно продать, нажать. 2145 мы получаем с одного захода. Это довольно-таки прикольно, что у нас все увеличивается
в пропорциональности. Так, в магазине что у нас есть? Коробочки есть, есть такие штуки, есть диаманты. А геймпассов здесь, я так понимаю, нет. Геймпассов нет. А нет, есть геймпассы. Вот у нас получается это скорость увеличится, бесконечный рюкзак, бег, випочка, превращение Человека-паука, мумию. Вот 5000 робоксов, серьезно? 5000 робоксов, это капец какой-то, прям вообще превращение в этого единорожка 2500 и мумия за 1000, боже, нет, они прикольные, но пока мы это дело все придержим. Стоп, а коробочки, сколько коробочки, может мы с вами коробочку какую-то прикрупим, недорогую такую, за 1000, нет, не хочу за 1000, следующая коробка за 10. Коробка или расширение рюкзака? Я думаю, что нам для начала нужно как можно больше увеличивать рюкзак. Ребята, но если мы наберем 2, а то и 3 тысячи лайков, то я расширю рюкзак. Я расширю рюкзак до бесконечности. Если, конечно, вам игра эта понравится. У нас, конечно, еще не Хэллоуин. До Хэллоуина еще целый месяц. Я не знаю, почему разработчики игры выпустили именно ее сейчас. На их бы месте, я бы, знаете, я бы выпустил ее немножечко попозже. Где-то через дней 25, чтобы она вышла где-то 27-28 октября. Если не ошибаюсь, Хэллоуин у нас начинается 30 октября. Вернее, он начинается и проходит 30 октября. Так, подходим. Конфета или жизнь? А ну, давай быстро. Я не могу к нему зайти в дом? Я сейчас к тебе зайду в дом, заберу все остальные конфетки. Так, в общем, мы забиваем свой инвентарь конфетками и получаем за это в итоге денежки. Хорошо, мы относим к какому-то боссу. Боссу этого Хэллоуина, который нам дает деньги за конфеты, которые мы с вами набрали. Нет, скинчик очень прикольный. Кстати, у меня увеличилась скорость бега. Кошарка в этом в акульем костюме тоже за мной гоняется. Тоже веселый такой питомчик. Не знаю, он тоже походу пугает. О, какой ты зеленый чувак. Так, кто у нас здесь? А у нас здесь всякие ребята. 7,5 миллионов у кого-то. Ничего себе, вот это он напугал за это время. О, какая она страшная. А, это у нее такая типа улыбочка. Я понял, я думал, она просто страшная. Так. Подходим, видите, можно, в принципе, долго не стоять, просто пробегаете мимо дома и забираете свои денежки. Вот так вот, и теперь продаем, у нас с вами уже десяточка накопилась. Мне кажется, мы должны ее потратить. Мне кажется, я хочу купить, знаете что, я хочу купить вот такой анкомоновский кретик, одну штучку, все, я купил, минус денежки. Карта, кстати, здесь реально огромная, то есть если посмотреть вдаль, то есть вы можете пойти вон даже туда. И мне кажется, нет разницы, где грабить, здесь или там. Мы получали с вами сколько, 2000 за заход, давайте я пойду в самый край. Просто в самый край карты проверим. А пока я иду, я открою коробочку. Я открою коробочку, что она выпадет. Давай. И крутится, вертится, крутится что-то. Давай, прям легендарная с коробки, а? Нет, легендарная не выпала. Ну, допустим, такая штука. Плюс 7 печенья. А моя корона что дает? Плюс 3 печенья. Ну, она получше. Чуть-чуть лучше, ребята. Наушники мы с вами напялили вот такие. Прям красавчик. Так, мы дошли до самого края. Мы будем сейчас вот эти домики обхаживать. Ну-ка, давай. Двухэтажные такие особнячки, 373, в принципе, столько же мы получаем конфет в свою сумочку, в свое ведерце, которое он машет. Ведро, кстати, прикольное такое, тыквенное ведро, такое, ю-ху-ху, я зло, я сущее зло, а ну отдал сюда деньги, конфеты вернее, ну можно и деньги, кстати. Так, и сюда заходим, посмотрим, сколько мы получим с этих домов. Столько же, ребята, разницы нет, то есть вы пошли в дальний дом или в ближний, разницы вообще никакой нету. Итак, мы с вами сегодня ввели раз, два, три, три или четыре кодика, это довольно-таки прикольно, у нас в описании будет написано, сколько кодов мы ввели, естественно. Поэтому вот такие дела, поэтому если вы сейчас смотрите прямо сейчас, ставите лайкусик, подписочку, комментарий, колокольчик, ну, все как надо, ребята. Набираем лайков, много-много, а мы с вами пока что набираем много-много конфет. У меня сейчас 4200 денег уже есть. Нам нужно будет в следующий раз расширить инвентарь. О, у меня, кстати, 10 кристаллов. А, это с какого-то кода я получил 10 кристаллов. А я могу что-то за них купить? Куда я могу потратить свои 10 кристаллов? Честно, заработанных 10 кристаллов. Я могу куда-то слить? Или нет, скорее всего. Мне кажется, это слишком-слишком мало. Они бы ввели какие-то поощрения хотя бы за кристаллики начальные. Но давайте пойдемте в магазин кристаллов. Посмотрим, что можем вообще за эти 10 кристаллов себе купить. И ничего. Ничего не можем купить, смотрите, какие цены здесь. А сейчас посмотрим максимально, 250 тысяч, костюм, лорда тыквы, обалдеть, вот это очень круто, вот это очень крутой скин, я не знаю, есть ли такой в игре, мне кажется, это был просто самый эпичный скин на Хэллоуин. Леди в красном, лорд Амбрхалов какой-то, Корблокс Декспикер, тоже прикольный, Рокин Ред Свит, развернутая голова затылком, прикольно, Грим Рипер. Робот.
А это уже питомчики пошли. Не, ну прикольно, в любом случае прикольненько. Здесь у нас везде расставлены вот такие вот пугалы. Пугалы — это привиденьки. Привиденьки такие небольшие. А мы с вами продолжаем, как хотел сказать, грабить персонажей. Нет, мы не грабим, мы просто собираем конфетки. Это же Хэллоуин. Только Хэллоуин у нас начался в игре на месяц раньше. Но мы продолжаем все это делать. Мы, кстати, насобирали уже полный инвентарь, ребята, в этот раз. И готово. В общем, я неплохо развился в этой игре. Коды очень сильно помогли, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайк. На сегодня я серию заканчиваю. С вами был Каксел Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. И всем покедова!